воспитанная. А, ну да, это точно про меня. Куда прешь, урод, сейчас тебя врежу! Что, не понял? А хорошо, что ты у меня не куришь и не пьешь. Маш, а не хочешь сегодня для блеска в глаз? Сегодня скидка в баре, 10 коктейлей по цене одного. Как мы сегодня нажбенимся. До талого, до талого. Как же ты у меня вкусно готовишь. Да, любимый. Через полчаса будешь? Фирменное блюдо мое приготовил. Без проблем. Спасибо большое. Вот и фирменное блюдо готово. Как же мне с тобой повезло. Ребят, я Саша Лукьянова, и я магазин ревизора. Первая находка. Это для чего вообще? Девушка, вы надели такую сумку? Вот честно скажите. Мне кажется, в такую сумку столько бутыльки засовывать. Я помогу вам придумать лук для свидания, чтобы все парни были у ваших ног. За мной. Итак, первый лук называется «На свидание». All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I... Следующий лук специально для самых модных девчонок. Стильно и элегантно. Повид сзади, просто в порядке, шлёпать и гладить. Чего сделать, смешок с картошкой? Пип-пип. Меня выгнали из магазина, но я уже успела все заснять, так что... Всем привет, дамы и господа, это Быта Баттл, друзья, сегодня здесь будет разнос все о бытовой жизни, и у нас сегодня в гостях пара. Итак, оппонент слева, представься. МС Ред Тони, моментальная подписка. Оппонент справа, представься. Меня зовут Саша Лукьянова. Итак, по результатам жеребьевки начинает оппонент слева. Ненавижу волосы твои по всей квартире, ванны в коридоре, на одежде и в сортире. Хоть бы раз могла мне потирать трусы и майки, приготовить завтрак. Короче, нет тебе хозяйки. Раунд! Вот это мощь, ребята! Итак, оппонент справа. Знаешь, быть обиженным совсем не по-мужски. Я же не говорю про твои грязные носки. Ты даже мне подарок не купил вчера со скидкой. Только ходишь и выделываешь со своей кредиткой. Раунд! Вот это разрыв, друзья! Голосуйте, кто по вашему мнению победил в этом батле, в так болит спина. Ты не думала уменьшить грудь? Но! Я знаю одного крутого пластического хирурга. Мы сделаем разрез вот здесь. Мы сделаем разрез вот здесь. А потом уменьшим все. Вот это Саша сейчас. Вот это я люблю, да. А вот это Саша будет. Вообще не то. Это да. Антон, я все-таки я хочу уменьшить. Ну, пожалуйста, ты хочешь уменьшить, я хочу уменьшить. Оставим, как было. Ладно, я подумаю. Доктор, мы решили ничего не уменьшать, а наоборот, я уговорил ее что-нибудь.